Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Щелково отправится в 4 часа 5 минут. Седьмого пути пригородный электропоезд до станции Щелково отправится в 4 часа 5 минут. Седьмого пути поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, по вопросам предоставления услуг и обслуживания на вокзальном комплексе вы можете обратиться на официальный сайт ОАО «РЖД.ру» и по телефону единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-0000. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Мойня отправится в 4 часа 21 минуту 16 пути. Пригородный электропоезд до станции Мойня отправится в 4 часа 21 минуту 16 пути. Поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Пушкина отправится в 4 часа 14 минут с 12 пути. Пригородный электропоезд до станции Пушкина отправится в 4 часа 14 минут с 12 пути. Поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, на вокзале оказывается услуга экспресс-доставки благотворительных почтовых отправлений пассажирскими поездами по территории Российской Федерации. Узнать об условиях оказания услуг, действующих направлениях, а также оформить экспресс-доставку вы можете в пункте приема отправлений, расположенном на втором этаже здания вокзала, в зале комфорт. Пригородный электропоезд до станции Мойня отправится в 4 часа 21 минуту 16 пути. Пригородный электропоезд до станции Мойня отправится в 4 часа 21 минуту 16 пути. Поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Пригородный электропоезд до станции Пушкина отправится в 4 часа 27 минут с первого пути. Пригородный электропоезд до станции Пушкина отправится в 4 часа 27 минут с первого пути. Поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание.